Скажите, пожалуйста, сколько вы лет уже занимаетесь шахматами? Сын, сколько ты лет занимаешься шахматами? Из детского сада. Из детского сада. Ага, а вы? Ну я как бы объективно дедушка научил твой, да? Но судя по всему, тогда лет 40. А, лет 40, да? То есть для вас это так уже семейный вид спорта, я так понял, дедушка, вы, да? Ну, будем так говорить, не то, что семейный вид спорта, а то, что ребенок проявил желание, то почему бы нет? Это всегда возможность ребенку научиться мыслить стратегически, научиться общаться с людьми. То есть это то, что дает возможность такому веществу, как сера в мозгах, больше работать, больше понимать, что для чего работаешь. И вот я думаю, в дальнейшем Михаил сможет добиться тех результатов, которые он сам себе ставит. Так что все хорошо. Ага, спасибо вам большое. Как вас зовут? Меня зовут Игорь Михайлович. Все, спасибо вам большое, успехов вам. Всего доброго.